В этом году красноярцы проведут без горячей воды всего 9 дней. Сегодня теплоэнергетики опубликовали график отключений. Так, Ленинский, Кировский микрорайон водники отключат в день окончания отопительного сезона. Ориентировочно в 20-х числах мая. Следующие по графику жители части Советского, Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. Там отключения продлятся с 1 по 10 июля. Последний по плану микрорайон Покровский и оставшаяся часть Советского района. Везде отключать и возвращать воду будут в 9 часов утра и, скорее всего, на несколько дней раньше. В будущем энергетики планируют сократить сроки работ на теплосетях. Когда сети будут обновлены, эти испытания будут проводиться за один день и день-два на подключение. Ну, реально выйти на 3-4 дня в будущем возможно. Но для этого надо менять сети не как мы по 12 километров, сколько у нас есть в бюджете и в тарифе, а менять 40 километров, наверное, минимум.